Итак, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что сегодня мы постараемся собрать много ключей. Я хотел уже сказать записки, но... Нас напишут, что 10 available and... Я не знаю, что было. Ну ладно, короче, нам надо собрать 10 ключей, и только один ключ подойдет к двери. Да, к двери. И короче, сейчас я хочу хлебнуть воды на удачу. Знаете, горлышко что-то першит, сами понимаете. Расскажу еще немного, почему это видео не на втором канале, моем новом канале, если вы еще не подписаны, ссылка будет в описании. Загляните туда, посмотрите, что там есть. Короче, так как это удавалось процентам 10 ютуберам, я даже не знаю, сколько там, сколько человек поиграло в эту игру, что они хотят собрать столько ключей, я просто реально не знаю, ребят. Может, кто знает, но я не знаю число. Я не знаю, смогу ли я вообще собрать сегодня 10 ключей. Я слышал, это реально, это трудно, это надо будет тут этим, как его... Надо тут шарить хотя бы чуть-чуть, чтобы вот разбираться в этих лабиринтах всех. Короче, вкратце надо тут быть профи в этих лабиринтах. Тут надо, главное, не это. Господи, уже не это. Тут главное... Не запинаться, одна ошибочка и все. Ты труп. Тебя похоронят здесь, на Никитушкиной волне. Йоу, Никитушка рэпер. Да, ребят, я не шучу, я рэпер в прошлой жизни. Ну ладно. Играем, не отвлекаемся. И смотрим видео, только попробуй лайк не поставить. Да. Вот такие вот дела. О-па-па-па-па-па-па. Ключик. Один. Один ключ. 1K later. Так, ладно. Сегодня что? Сегодня что? Кстати, сегодня что, реально? Второй ключ! Второй ключ, Вит, серьезно! Я второй ключ только что подобрал. Ха! Никита, король! Ладно, я не умею зачитывать. Но я как бы умею. Вот вы думаете, не умею, но на самом деле да. Я умел раньше когда-то, было и годы. А сейчас именно Никитушке нельзя. Два ключа тоже неплохо, я хотя бы постарался, не то что некоторые ютуберы. Летсплейщики, гейм-ревьюверы, которые и вообще не понимают суть игры и чисто на хардкор все делают. И сейчас меня чуть-чуть уже задолбало ходить по лабиринту. Ой, давай, Сандрок, сгаси. Музло, конечно, на качке. Вообще нормал. Ой. Выпьем. Если честно, я даже не знаю, где я сейчас нахожусь. Это неудивительно, никто бы не знал. О, статуэточка, да? Как таких людей называют, я уже забыл. Короче, ненормальный человек, просто убиваешь всех людей. А, вот ты где. Поиграем в прятки? Йо, ты шо, бля-бля-бля! Пойдите, бля-бля-бля! О-ля-ля! О-ля-ля-ля-ля! Ульмарь, сам антия! О-о-о! Ориси! О-о-о! А-а-а! О-о-о! Сиваля! О, сейчас. Ходи, чувак. Аню, аля. О! Короче, меня убили. Всем спасибо за просмотр. Подписка, пока.